Здравствуйте, уважаемые наши подписчики! С вами опять я, агроном компании «Ваш сад» Людмила. В разгаре сельскохозяйственной работы. У нас, наверное, на первом месте сейчас наши дачи, наши огороды. И сегодня я хочу вам предложить маленький краткий обзор, то, что есть у нас такое, что может облегчить ваш труд на приусадебных участках и на дачах. Смотрите, у нас есть очень большой выбор садового инвентаря. Самое элементарное, начинаем с секаторов. Можно обрезать и виноград, можно обрезать и розы, можно почистить и хвою. Секаторы у нас есть фирмы Оазис, секаторы у нас есть Верто, секаторы у нас есть Гардена, Грюнтек. То есть выбор очень разнообразный. Секаторы, опять же, есть очень разные, в зависимости от того, какого диаметра веточку нужно срезать. Вот. Есть секаторы, которые будут обрезать совсем тоненькие веточки, есть секаторы, которые будут обрезать ветки потолще. Есть у нас очень большущие сучкорезы, вот, которые помогут вам справиться с уже сучками побольше. Кроме секаторов имеется огромный выбор разных пилочек, которыми можно, ну, в общем-то, срезать все сухие и ненужные ветки на ваших растениях. Смотрите, кроме этого, у нас есть секаторы, с помощью которых можно делать прививки на растениях. Если вы помните, у нас был ролик, посвященный прививкам на растениях. Так вот, кроме секаторов фирмы Оазис, у нас есть такие же прививочные секаторы фирмы Гардена. Ими работать очень легко и очень просто. В жаркую погоду вам, конечно, хочется устроить своим любимым растениям душ. Пожалуйста, есть шланги, а к этим шлангам, конечно, можно выбрать разные приспособления, которые облегчают вам труд в поливе. Это могут быть пистолеты-распылители. Вот, они есть очень разные. Вот, можно взять такие вот ручные с разными насадками. Вот, это могут быть вот такие вот распылители, с помощью которых вы себе поставили в землю или в газончик. Вот, и у вас будет стоять распылитель на определенную площадь. Это могут быть другие распылители. Например, вот такие распылители, которые вы поставите. И видите, тут опять же будет идти определенная площадь занимаемая, которая будет орошаться водичкой в очень жаркое время года. С помощью таких распылителей вы можете прекрасно не только поливать свои палисадники, не только поливать фруктовые деревья и делать им прохладу, но с помощью таких распылителей вы можете очень хорошо полить свои газоны. Теперь смотрите. Если говорить о, например, таких растениях, как лианы, ну вот даже плодовый виноград, это тоже лиана, да, есть специальные такие вот зажимы для подвязки. Вы не берете там веревочки, не бегаете где-то там, не ищите, где взять. Вот, пожалуйста, готовые зажимчики, с помощью которых можно спокойно привязать растение. Смотрите, еще один вид зажимчиков. Вот с помощью этих зажимов мы, конечно, можем подвязать, привязать более толстые веточки. Очень, между прочим, удобно, выгодно, никакого тебе мусора, аккуратненько, чистенько и экологически, ну, безопасно. Нельзя сказать, что на огороде мы обойдемся или на приусадебном участке без инструментов, таких вот, например, как сапки. Есть огромный выбор: сапки, вилы, лопатки, лопата копальная, штыковая, лопата просто копальная. Вот. Кроме того, с помощью вот таких вот нехитрых приспособлений, вот, мы можем сделать культивацию или баранование, да, рыхление почвы на своем огороде. Причем, опять же, захват земли очень разный. Они есть у нас и поменьше, есть у нас и побольше. Так что прощай, грабельки, у нас есть маленькая домашняя барана или культиватор. Мусор убираем с помощью веерных грабелек, да? Вот, лопатой выкидальной этот мусор мы выносим. Может быть, что-то стоит там какой-то компост переместить с места на место. Пожалуйста, опять же, есть прекрасные лопаты. Причем эти лопаты уже, видите, готовы к употреблению. Ничего не надо придумывать, ничего не надо ставить. Есть большой ассортимент леечек. От маленьких до более больших.
ведерки. Ну и, конечно, не обойдется, наверное, ни один приусадебный участок без такого приспособления, как опрыскиватели для растений. Опять же, если у вас маленькие растения, маленькие или комнатные, или балконные растения, вам подойдет маленький опрыскиватель. Вот такой вот, например, как вот это, или вот, например, такой вот, как вот это. Но если у вас, конечно, уже большой участок, то стоит обратить внимание на опрыскиватели большего размера, те опрыскиватели, которые идут, дозировка у них более удобная, на 5 или на 10 литров, вот сразу заправили, обработали его, свой сад, и уже спокойно спим и знаем, что никакой вредитель и никакая болезнь на наши растения не попадет. Конечно, для любителей маленьких совсем садиков у нас есть инструмент, который мини. Такой лопаткой не только удобно, например, что-нибудь делать в большом горшке с комнатным растением, но такой лопаткой довольно удобно выкапывать, например, у себя на огороде луковичные растения, которые вы садили с осени. Да? У вас тюльпанчики отцвелись, пожалуйста, лопаточка длинная, как раз на высоту, на которой у нас были посажены луковичные. Кроме таких лопаток, есть, конечно, большое разнообразие вот таких вот приспособлений. С одной стороны, как сапка, с другой стороны, как грабельки. Опять же, выбор очень большущий. Грабельки вот такие вот, видите? Вот она, ручка растягивается, раздвигается, и получается вроде бы и маленькие грабельки, но на самом деле работать ними довольно удобно. И очень хорошо, что здесь есть резиночка, при этом, когда очень жарко, рука не скользит, не потеет она. Это еще одно такое преимущество. Ну, когда очень жарко, вам хочется спасти свои растения, есть специальные притеняющие сетки. Опять же, эти притеняющие сетки очень разные. Если вы выращиваете в своих теплицах огурец или помидор, вот, стоит накрыть сеткой, которая имеет плотность 60. Но когда вы хотите накрыть свою арочку где-нибудь во дворе, чтобы там не горели комнатные растения, тогда нужно брать уже 80-ку. Ну и завершая свой рассказ, а я не могу показать вам все, потому что у нас его очень много. Я так вкратце. Завершая свой рассказ, я хочу сказать, смотрите, чтобы у вас не болели ручки и не пачкались в первую очередь, у нас даже есть выбор разнообразнейших перчаток. Так что приглашаю вас прийти к нам в магазин «Ваш сад». Девочки-консультанты обязательно вам все покажут, проконсультируют и, конечно, помогут выбрать вам любой инструмент и любое приспособление для ваших сельскохозяйственных работ. Ждем вас!